Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание, которое передается от больных животных человеку. Очаги сибирской язвы образуются на скотомогильниках и сибириязвенных почвенных очагах, загрязненных спорами сибирской язвы. Споры могут сохраняться в почве в течение многих лет. Источником и распространителем возбудителей являются больные и павшие животные. Чаще всего заражение происходит через контактный путь при забое, разделке и обработке туши, через инструменты и предметы, загрязненный транспорт. Результатом такого вида поражения является возникновение кожной формы сибирской язвы. При кожной форме болезни образуется красное зудящее пятнышко, затем появляется язва с черным дном, струп, карбункул. Могут возникнуть повышение температуры, головная боль и отеки. Заболевание также может передаваться пищевым путем и возникновением кишечной формы при употреблении мяса, молока больного животного, не прошедшего термическую обработку. Возможен воздушно-пылевой путь и возникновение легочной формы при обработке шерсти, шкуры, щетины больных животных. Как предупредить заболевание сибирской язвой? Для предотвращения заболевания необходимо прививать животных, избегать пастбищ, где обнаружены споры сибирской язвы, обращаться к ветеринару при подозрении на болезнь. Соблюдать правила гигиены при уходе и обработке животных, использовать спецодежду, мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства. Не покупать продукты на рынках без проверки ветеринаров. При обнаружении больного животного немедленно обратитесь к ветеринару.